Рабочее место, один или два микрофона обязательно в этой ситуации, предварительный усилитель, телефон обязательно стоял. И вот отсюда и шло «Внимание, говорит Москва». Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Внимание, говорит Москва.